Так-так, ну, всем привет. Так, начнем с того, что решил тут сделать обзор на ремикс на песенку из мультфильма, ну, мультфильма «Приключения капитана Врунгеля». Там песенка очень прикольная, где поют два отмороженных гангстерито, ну, мы бандито, гангстерито. Так, и решил на нее сделать рэм. Что касается вообще производства ремиксов, я существуют паки специальные, и современные, текущие, и прошлые можно, есть и бесплатные, и платные. В основном сейчас кто звезды для раскрутки создают пакеты. В них входит там вокал, некоторые синты, эффекты. И музыканты-любители, либо и профессионалы могут их использовать и на основе их делать ремикс. Я пока этим... Я изучал, смотрел, ну что-то мне это не зашло. Я что-то люблю нелегкие пути. Чтобы найти на древние вещи, подобные вот бандито, или вот мультфильмы, или другие из кинофильмов, приходится искать MIDI-файлы. Либо его конвертировать в видео, вот, в MIDI-файл, либо найти, скачать. Есть коллекции разнообразные. И на основе MIDI-файла потом создаю, я это лично я так вот делаю, заморачиваюсь, делаю ремикс. Так, сейчас вам покажу, как это выглядит, MIDI-файл. Он вставляется в сэмплер простой, создается паттерн. Так, сейчас покажу, как выглядит вот эта каша. Это вот полностью весь звуковой трек, MIDI. MIDI файл выглядит в нотах, он разноцветный. Это вот бас-линия видно. Ближе выглядит так. И что я мучаюсь, делаю как? Выделяется кусок до определенного места, допустим. Выделяется, копируется, потом вставляется в новый паттерн, и уже в нем вы уже удаляете ненужные. Например, вы нацелились на одну мелодию, то есть, допустим, вот розовым цветом выделено, и вы уже в ней, в новом паттерне, удаляете вот эти зеленые, лишние всякие, и у вас получается такая основа одна, потом другая. И вот так вот заморачиваюсь, это совсем не быстро делается, вы получаете на выходе, грубо говоря, сейчас я покажу, вот седьмой. Вот такие вещи выходят. Вот он уже был выделен, и я удалил здесь. То есть это я удалил все, что было вокруг до этого. То есть вот она, эта часть. Я удалил вот бас-линию, еще что-то тут. Я оставил только вот зелененькие, что выделены зелененьким. Так, соответственно, следующая часть. Вот еще. Это вот основная линия. Здесь вот даже есть присутствует. Вот. Вот, видите, опа. Мне не удалено. Вот еще другой цвет, и он будет звучать по-другому. Вот, вот еще нашел, ну так вот, вот еще нотка,
Так, допустим, играет это. Так это выглядит. Так. И так далее. То есть приходится 9-й, нет у меня. Вот 10-й, да, 10-й. Это уже 10-й, вот у меня паттерн самодел, то есть мне нужно падовскую линию пэд сделать. Ну, я пэд потом заменил на агрессивный звук, с которого интересно получилось. То есть это я прописал по всему треку. То есть вот вернемся вот к пятому. Он в тени. Я его прописал по нотам, по всем. То есть на всю длину трека. Он потом разбился у меня, соответственно. Потому что это уже попробую показать. Звучит он вот так вот. Состоит он вообще у меня привязан к нему вот гроссбит здесь. Пила стоит, и еще основа, ну, basic, да, вот такого варианта. Он тут пропиликивает здесь, надрывает. Если без него вот отключить, играть. Такой ужасный звук, но... Сейчас покажу, как бы, как это все звучит. До вокала доберемся, там отдельный разговор вообще. Так, погнали, да, вот так. Вокал. Вот как бы это выглядит так. Так. И как бы, когда вы расчлененку эту все сделали, раскидали по паттернам, они на всю длину выглядят так. Вот тут он кусок вырезанный так, это потом остальная часть. Она у меня не вошла, я не стал ее вроде юзать. Так, ну не суть. Так, вот звучит вот это вступление из мультика. Thank you.
вкусу, хотите как угодно. Вы можете лопатить звук, перебирать синты, звуки и по на ваш вкус, как вам нравится ставить любой. Здесь может и жесткий звук, гитары, да что угодно. Есть второй еще вариант, он для фона. А вместе они звучат уже поинтереснее, так сказать. Так, соответственно, вот это басовая линия. Бас вы тоже можете, паттерн седьмой, так, он выглядит у нас, вот басовая линия, она у меня разделилась, нет, вру, седьмой, вот где, сарямбас, Вафлеритас Лесквартас, так, вот эта бас-линия такая, весьма затейливая, потому что я кое-что тут не стал удалять, здесь специально я вот оставил, чтобы наглядно было видно, вот это вот нужно удалить, то есть следы, которые, ну, просмотрел, потому что здесь такой лес, тут такая каша. Ну, это сложный путь. Есть другие варианты. А, забыл сказать про обделение темпа. Ну, темпа ударов в минуту. Пользуюсь я вручную. Метрометр. Много способов, как определить удар в минуту любого трека, но там приблизительно, если есть там, конечно, ударные барабаны, бас, если там только вокал, ну это не миди касается, то там вручную нужно определять, а я уже приспособился, что-то вручную, не знаю, нормально. Потому что там чуть-чуть подбирает либо плюс, либо минус. А здесь четко, ровно видно. Нормально. Так, и бас. Бас. Я хотел бас так показать. Звучит здесь он. Так, это так звучит бас, а выглядит все это, соответственно, я показывал седьмой паттерн. Почему отключено, интересно. Это другой вариант, так. Oh,
теперь быстренько покажем, что такое вокал. Так, где ее песенка бандита у меня? Я вот не подготовился, куда ее засунул. Песенка бандита. Так, вот, выглядит она так. Выглядит это вот так дело. Я трек чуть ускорил, он у меня, мягко сказать, не затачивался под этот ритм. Пришлось ускорить голос. Так, и беда в том, что здесь звучит музыка. Музыка в треке. Мы бандито, гангстерито, мы костето, пистолето. Ой, ес! Мы стрелянто, убиванто, украданто, то и это. Ой, ес! И для этого пришлось создавать вот такую вот тему, то есть это автоматизация клипа, и где звучит музыка, тут ее, конечно, я не мог убрать, попытался минимизировать звучание инструментов оригинального трека, где-то это получилось, где-то нет. Но за счет общего фона, шума, гамма вот этих всех инструментов, то есть паттернов, как-то это чуть-чуть скрасилось. Но профессиональный музыкант, это, конечно, все сразу же слышно и видно. То есть, ну, для... То со слухом, как говорят там, медведь на ухо наступил и не пощадил другие черты лица, то есть им это не грозит, они нормально это слышат, в кавычках, и ничего страшного в этом нету. Ну, конечно, это стремиться нужно к лучшему. Ну, пока на данном этапе я сделал вот такую работу. Так, сейчас мы включим, как у меня это все получилось. Мы бандиты, гангстериты, мы постето, пистолето. Ой, ес! Мы стрелянто, убиванто, украданто, то и это. Ой, ес! Наша треста, президенто, украданто, моменто. Ой, ес! И за это, режиссенто, насибанто, кинолента. Как бы вот так это звучит, как-то, конечно, грубовато все это, но работает. На выходе нормально зашло, вышло. В целом так-то все, но... Так, и вокал, так я хотел сказать... Так, существуют для вокала плагины, которые извлекают вокал из композиции, приглушают всю основную какофонию, ну, гармонию, все инструменты, остается только вокал. Ну, не платный, бесплатный, нет, платный не укупишь, крякать смысла нету, я что-то пока это отложил. Бесплатными пользовался, они работают, но пустая трата времени, там все равно следы остаются. Там нужно рисовать такие выкрутасы в этой программе, то есть там график звучания, параметры звука, из них вычленять на фоне других инструментов. Там такой кошмар, там пару слов занимает, не знаю, минут
20-30, чтобы пару слов вырезать из трека. Ну, вообще-то, ну, работает, но мне, я разочаровался, в общем. Как-то не зашло мне. Пока так. Ну, это, можно мягко сказать, убого звучит, но нормально. Так, и все, капелла про Бальталь. Ну, вот в целом как-то вот так все это выглядит. И опять же нужно привязывать любой элемент. Его нужно привязывать к микшеру. То есть прописывать номер. Любой элемент вы ставите, желательно, потому что он там сухой такой, звук необработанный, а вы в него вселяете новые звучания, грубо говоря, с помощью ваших манипуляций на микшере. Здесь все это 23 нету. Как бы так, вот здесь у меня внизу шлак, то есть остались последствия от создания трека. Это потому что такой тут замороченный труд, конечно. Ну ничего, зато результат потом классный вообще. Так, ну в целом вроде и... Вроде все. Как бы вот такое у меня получилось творчество. Возможно, вероятно, не знаю, кому-то было это полезно. Как говорят, не все полезно, что в рот залезло. Ну ничего, кто любит музыку, нормально все. Всем успехов, творческих, удачки, да, всего доброго, до свидос.